Привет, привет всем. Вот такие у нас посылочки с AliExpress. Здесь вот такая насадка на большой палец, чтобы чистить апельсины, мандарины. Куплю мандарин, да сниму, как оно работает. Вот этим острым шипом делаются надрезы, и так вроде бы как легко должна сниматься кожура. Стоит копейки, решил взять на пробу. Сегодня у нас такая получается кухонная тема. И во второй посылке вот такая овощерезка. Немножко помялась упаковка. Вот она из нержавейки. Довольно легкая, полая. И здесь две вот такие плоскости рабочие, разные конфигурации, довольно острые. Надо тоже испробовать. Испробую тоже. Это сниму, покажу. Покупал на горячих распродажах, тоже там стоили копейки. Так, продолжаем кулинарную тему. Была у нас овощечистка и приспособление для чистки мандарина на один палец. Ну, мандаринов, апельсинов на один палец. И вот доснимаю видео. Тоже такая приспособление для чистки на два пальца. Так, вероятно, это. Куплю мандарины, сниму вместе. Вот здесь есть специальный такой острый щуп, клык, не знаю, зуб. Вот. И с помощью него разрезается кожура апельсина. Досниму с апельсином, покажу. Сейчас мы проверим, как работают вот эти гаджеты на деле. Значит, это овощечистка, а это два приспособления для очистки апельсинов. Один на два пальца, другой на один палец надевается. Сейчас мы проверим, как это все работает на практике. Итак, для начала возьмем овощечистку. Яблоко. Попробуем, как оно очищает. Ну, чистит, конечно, но в принципе не очень толсто, с трудом. Вот здесь другая с зубчиками. Честно говоря, так себе. Вот у меня вот такая есть. Она гораздо лучше работает. Так, попробуем еще на картошке. Дадим второй шанс. Ну, плохо, честно говоря. Вот это очистит, видите, как отлично. И тоньше сам срез. Это толще срез. Ну, в общем, я бы не советовал вам такую штуку брать, разве что для красоты. Теперь проверим апельсин. Сначала вот эта штучка на один палец. Вот так на большой палец надевается. Прокалывается вот здесь
центре и тянут. Очень легко, между прочим, вообще без усилий. Так, как его теперь поднять? Я думал, оно будет целиком сниматься. Ну, режет. Может, я не до конца провел. Может, грубая шкура. Ну, не знаю. Не знаю, помогло это мне или нет. Теперь попробуем второй. Второй одевается вот так на два пальца. Здесь тоже этот зуб. Если я, конечно, правильно все делаю. Немножечко ускоряет работу. Получается как? На один палец вроде бы даже удобнее лично мне. Но здесь меньше вот этот зуб. А на два здесь побольше этот зуб. Ну, вроде как не очень удобно. Не знаю. Мне на один удобнее. А вообще это так. Безделушка. Ну, в общем, итог такой. Ерунда это. Так, в принципе, поиграться, побаловаться. Возможно, не знаю, может, детям будет полегче. Но лично мне оно ненужная вещь. Все, вот такой был у нас сегодня кулинарный обзор. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.